Здравствуй, мам Валь. Лиза, солнышко, ты можешь приехать? А можно завтра, а то скоро мои придут, да и торт заказной нужно доделать. Это очень важно. Это касается твоей мамы. Скоро приеду. Белозубов меня опять за косички дергал. Я ему сказала, что ты ему покажешь, где раки зимуют. Правда ведь? А еще мы сегодня вазочки из папе-мише делали. Вызывайте аварийку еще. Да, людей. Папа. Ты чего отстаешь? Так вазочка же для мамы, вот. Да, красиво? Нормально. Только пока это большой секрет. Я ее разукрашу, а потом подарю маме. Пошли быстрее, мать дома ждет. Галина, ты что ли? Серега! Застава в ружье! Пусть забирает, оно не мое! Павлуха! Это же сколько мы с тобой не виделись? Да лет 100, наверное. Ну, надо бы нашу встречу отметить. Все, решили. Павлуха! Здравствуй, мама. Здравствуй, Лесочка. Ты уж прости, что выдернула тебя из дома. У меня завтра утром в Гранула дело, как я сказала, очень срочное. Ничего. Я очень рада тебя видеть. Все хотела забежать, но... Не оправдывайся. Я понимаю, семья, работа, планы на будущее. Детдом — это все-таки прошлое. Вот. Это пришло для тебя сегодня утром. Воронина Тео. Это кто? Это твоя мама. Ну, во всяком случае, она так написала записки ко мне, и в твоем личном деле это тоже есть. Здравствуй, дочка. На этом снимке я и твой отец. Он бросил меня, когда узнал, что я беременна. Я хотела сделать аборт, но врачи не рекомендовали. Поэтому родила и оставила тебя в детдоме. Можно назвать 100 причин, почему я это сделала. Но ни одна не станет оправданием. Замуж я так и не вышла. Детей у меня больше не было. Я очень больна и скоро умру. Прощения не прошу. Не имею права. Зачем пишу? Твой отец, Виктор Михайлович Лазовский, очень обеспеченный человек. Может, он захочет тебе помочь в жизни? Прощай. Таня, наши отношения были ошибкой. Я слишком молод, чтобы становиться отцом. Но главное, я не люблю тебя. Не пиши, не звони мне больше. Эти деньги на аборт, их должно хватить, я узнавал. Прощай. И прошло и 25 лет, как она меня нашла, да? Ну, это не так сложно. Учитывая, что в нашей области не так много детских домов при желании. При желании? Ну что ж, если она больна, я навещу ее, конечно. Она умерла. С вчера онкология. Я звонила в больницу. Письмо слишком долго шло. Похороны состоятся завтра, и если ты захочешь... Нет. Послушай, Лизок, давай мы узнаем, кто твой отец. Кто он такой, Виктор Михайлович Лазовский? Чем он занимается? Где он сейчас? Мне все равно. Сам заманил? Моя Лизка готовит обалденно. А выходит, нам самим закуску придется организовывать. А это тебе чем не закуска? Сейчас чай с тортом организуемый. Торт трогать нельзя. Его мама на юбилей кому-то делала за деньги. Ну-ка, не командуй. Быстро марш отсюда, в комнату. Вот так. Давай. Закусывай.
А ну, брысь! Между первой и второй перерыв чуть никакой. Давай. О, это Лизка. Калинин Павел Николаевич. Да, я. Мы к вам. За долгом. Ну, смотри. Лазовский Виктор Михайлович, глава компании «Лазовский», занимается разработкой гранитных карьеров. Женат, детей вроде бы нет, есть только младший брат Виталий. Мама, Валь, мне это совершенно неинтересно. Мне там Паша с Василисой голодный. Я ужин не успела приготовить. Заказчица за тортом должна заехать. Вам еще много осталось выплачивать за разбитый грузовик? Ой, если бы за грузовик. Водитель того Мерса, в который Паша врезался, через суд такие деньги вытребовал, что, мне кажется, мы всю жизнь будем ему выплачивать. Послушай, Лизок, мне кажется, что твой отец явно бы мог помочь решить вашу проблему. Нет. Мам, Валь. Вот телефон. Телефон его офиса. Нет, это отец. Ни его деньги мне не нужны. Сами как-нибудь. Пока, мама. Увидимся. До свидания, Лизок. Мужики, ну я же сказал, завтра, послезавтра. Павел Николаевич, завтра, послезавтра нам не надо. Нам надо вчера, позавчера. Так что давай, собирай вещи, доставай чемоданы. Друг, ну будь человеком, а? О, сочувствуешь? А, помоги другу. Слушай, давай договоримся. Супруга Павла Николаевича. А что здесь происходит? Мамочка, мамочка, эти дядьки забирают мои вещи. Паш, ты полицию вызывал? Не надо. Я мы сами как полиция. Служба 911, помогаем собирать вещи, чтобы быстрее было. А? Детка, иди в свою комнату поиграй. Я же говорю, все законно. Ваш муж взял кредит под залог этой квартиры. Зачем ты это сделал? Значит, так нужно было. Граждане, давайте вы эти сцены будете устраивать попозже. Сейчас надо освобождать помещение. Все сроки по выплатам уже давно прошли. Что значит прошли? Суд состоялся 10 дней назад. Значит, у нас на выплаты ущерба еще полгода. Паш, ты чего молчишь, а? А выплаты ущерба тут ни при чем. Вы читайте внимательно. Ваш муж 2 месяца назад взял кредит на покупку грузовика. Паша, ты же сказал, что устроился водителем в чужую машину. А этот грузовик ты, оказывается, купил? Да, купил. Надоело мне на этих упырей работать. Хотел сам на себя. Дело верное, я все просчитал. Паша, да ты же полную машину оргтехники вез. Нам теперь за это платить придется. Ты же хозяин. Ты что наделал, а? Откуда я знал, что меня этот мерс подрежет? Короче, я пойду. Давай. Значит так. Я свою комнату, выделенную мне из детского дома, продала и все эти деньги в эту квартиру вложила. Значит, это наша общая собственность. И без моего согласия вы не имеете права брать ее в залог. По документам ответственный квартиросъемщик Павел Калинин. Он согласился с условиями кредитного договора, подпись, и взял деньги, подпись. Теперь их пора отдавать. Вы можете, конечно, подать в суд на мужа. Не советую. Все равно проиграете. Упыри, они и есть упыри. Да где ж нам такие деньги-то брать? Откуда мне знать?
Возьмите, перезаймите кого-то. Или суду в банке возьмите. То есть вы все-таки можете отсрочить выплаты, да? Ну, если вы оплатите хотя бы вот эти проценты, то можем дать вам недели две. Но потом все. Либо квартира, либо деньги. Все верно. До свидания. До свидания. У тебя будет сюрприз. Да? Какой? Это пока секрет. Интересно. Дана Петровна, здравствуйте. Торт почти готов. Мам, папа с дядей Серым торт испортили. Что? Стрит-флэш. Я бы на вашем месте не торопился. Флэш Рояль. Ай-яй-яй-яй-яй. Как не стыдно мусорить, а? Только не бейте, Бронислав Аркадьевич. Ну что ты, Виталик, тебя пока бить никто не будет. А ведь следовало бы, а? Ну, следовало. Ты ведь плохой мальчик, невоспитанный, да? Разве тебя не учили, что долги надо возвращать? Но если бы я сейчас выиграл... 2 недели. В смысле? Если через 2 недели ты долг не вернешь, в следующий раз мы увидимся на похоронах. На твоих, конечно. И не советую тебе убегать. Из-под земли достану. Витальич, ну ты ведь знаешь, что карточный долг – это святое. Правда? Ну? Мусор убери. Да я почти 2 суток не спала, его готовила. Заказчицу подвела, деньги потеряла. Да я же из кожи вон лезу, чтобы с твоими долгами рассчитаться. Каждую копейку считаю. Видать, не каждую, раз так легко этим уродам процент отвалила. Как тебе не стыдно? Я же эти деньги понемногу собирала, чтобы Василису к морю свозить. А ты? А что я? Я, между прочим, ради тебя старался и Василисы. Бизнес решил организовать. Грузоперевозки. Если бы не этот мэрс проклятый, мы бы сейчас хватит, вместе. Хватит все время сваливать свою вину на других. Ты же,
Я же ни на одной работе и больше 2 месяцев не задержался. И всегда кто-то другой виноват. Рот закрой! Бизнесом он решил заняться. Да какой же ты бизнесмен? Ты же сначала делаешь, потом думаешь. Дура! Василек, ты чё? Ну я же не виноват, ну ты чё? Вот опять он не виноват. Все портишь, к чему прикасаешься, как самый настоящий неудачник. Понимаешь, Дендюра, папа, конечно, не виноват. Но мне очень обидно. Я целую неделю клеила это папье-маше. Папье-маше, Василёчек, не плачь. Мы завтра обязательно починим твою вазочку. Хорошо? Раскрасим. Обязательно. Я тебя люблю, мамочка. Я тебя. Ты не против, если я посплю с тобой сегодня? Очень даже не против. Эти дядьки, которые сегодня приходили, не заберут моего Тентюшу. С чего это? Ну, если они заберут наш дом, то и зайца моего могут прихватить заодно. Нет. Никто ничего у нас не заберет. Никто. Я знаю, где найти деньги. Привет, братишка. Ну и как поживает твоя компания? Если ты вдруг надумал поработать, то должность руководителя отдела по связям с общественностью еще свободна. Ну, тем более, что я обещал отцу. Я тебе 100 раз говорил, мне это неинтересно. Тем более, я никогда не жил и жить не собираюсь по указке отца. То есть об уважении к памяти отца речь не идет? Ну, почему? Я его уважаю. На 20%. Ровно на 20%. То, что мне было оставлено по завещанию. Тебе же досталось все остальное. Вот и уважай его в 4 раза больше. А где твои 20%? Подскажешь? Да. Знаю. Растратил, прогулял. Но я горячо раскаиваюсь и искренне прошу меня простить. Ладно, хватит поясничать. Давай по существу. А то у меня совещание сейчас. Есть по существу. Деньги закончились, босс. От слова совсем... Стартап провалился. Наверное, придется идти на панель. О! Пиши расписку. Очередную. А, Виктор Михайлович? Да, а к вам Елизавета Калинина по личному вопросу. Я говорила девушке, что к вам нужно записываться заранее. Да, спасибо, я сам разберусь. Пока, братишка. Пойдемте. Вот, пересаживайтесь. Но я ничего не знал. Неправда. Вы знали. Вы бросили беременную женщину. И денег на борт подкинули. Это не я писал. Вот, смотрите. Вот. Это другой почерк. Вот, и я об этом. Можно я сфотографирую записку или письмо? Конечно. Я очень любил Таню. Я просто с ума по ней сходил. Она была на 7 лет меня старше, но это не имело никакого значения. Я и собирался на ней жениться. Но потом я получил от нее похожее письмо. Она сказала, что она замужем,
и что наши отношения были приятным развлечением, пока ее муж находился в длительной командировке. Она попросила не трогать ее и не мешать ей жить. Вы после этого виделись? Нет. Когда я получил письмо, она уже уехала в неизвестном направлении. Я действительно ничего не знал о ребенке. То есть о вас. Я понимаю. Вы мне простите, я это возьму. Знаете, но я очень рад, что вы появились. Мне просто нужно привыкнуть к мысли, что у меня есть дочь. Конечно. Вы меня простите, я тороплюсь, дочку нужно из садика забрать. Так, у меня еще и внучка есть. Ее зовут Василиса. Ей 5. До свидания. Я рада, что ты передумала. Как встретил тебя отец? Нормально, даже хорошо. Он совсем не похож на подлеца, бросившего беременную женщину. А записку, как оказалось, вообще не он писал. Я почерки сравнила. Ну, сейчас это не важно. Главное, скажи, он поможет тебе рассчитаться с долгами. Я не смогла с ним поговорить на эту тему. Шла именно с этой целью попросить денег в долг. Но так и не смогла. Ну что ж ты, девочка, ну вот кто тебе поможет, если не он? Я не знаю, мам, Валя. Ну, до свидания. До свидания, Лизок. Ужин поторопила. Ты же голодный, наверное? Ничего страшного. Я сначала кое-что проверю. А? Что такое? Я люблю тебя. Я тебя люблю. Очень. Ужин уже готов. Пойдем. Потом, Рит. Присядь, пожалуйста. Мне нужно с тобой поговорить. Мам! Мам! Это ты с кем? Это не я. Это моя мама. Ой, так это моя бабушка. Когда мы к ней в гости поедем? Ее уже нет, малыш. Помнишь, я тебе рассказывала, что жила в детском доме? Ку-ку! Пойдем. Ой, а куда это мы разбегаемся? Что, уже не нравлюсь? Ты отвратителен. Да? А когда я тебя... 7 лет назад из твоего клоповника забирал. Ты мне так не говорила. Пап, не кричи на маму. Солнышко, иди в свою комнату, я сейчас приду. Во-первых, в детском доме была идеальная чистота, потому что мы за этим следили. Во-вторых, если бы не моя комната в коммуналке, этой бы квартиры у нас не было. И в-третьих, прекращай пить. Ты превращаешься в убожество.
Я смотрю, ты вошел во вкус. Но больше ты меня не ударишь. Ну и потом мама поступила по классике. Мне написала одно письмо, а Татьяне второе. Она сама написала? Да нет, я хорошо знаю ее почерк. Она попросила кого-то помочь. Почему ты уверен, что мама имеет к этому отношение? Потому что она мне постоянно говорила о том, что Татьяна мне не пара, что Таня только хочет влезть в нашу богатую семью. Ну и потом листы из одного ежедневника. Мама любила такие блокноты. Ведь ты ее любишь, да? Эту Таню, ты думаешь о ней? Рит, ты что? Ну, Таня была моей первой любовью, первой женщиной. Ну, а стала разочарованием и болью. Мне будто выжгло все изнутри. Я ни во что, никому не верил, пока не встретил тебя. Просто эта девушка, ну, Лиза, она моя дочь. Да, я понимаю, я-то все-таки не смогла тебе подарить этой радости. Рита, мы с тобой об этом уже много раз говорили, и я очень счастлив с тобой. А ты уверен, что она твоя дочь? Ну, и фотографии, и письма, они настоящие. Ну, она может быть и мошенница. Алло? Да, и мне очень приятно. Спасибо. Спасибо большое. Да, всего хорошего. Кто звонил? Директор детского дома, в котором воспитывалась Лиза. Сказал, что у Лизы большие финансовые проблемы. Ой, Вить, мне просто кажется, что этой девушке нужны твои деньги, а не отцовская любовь. Она ничего не говорила о деньгах. И вообще, я думаю, что она не такой человек. Мне кажется, я должен помочь своей дочери. А мне кажется, нужно провести тест ДНК. Хорошая идея. Только как это сделать? Сказать Лизе: доченька, я хочу проверить, обманываешь ты меня или нет? Да, можно и так, а можно просто пригласить ее к нам в гости на чай, взять чашку, из которой она пила, и этого будет более чем достаточно для теста. Вот. Это дом? Да, это дом. О-о-о. Мам, пошли быстрее. Красивый. Здравствуй, Лиза. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы извините, что я с дочкой приехала. У нас в садике карантин. В общем, не с кем было ее оставить. А вы позвонили, мам, сказали, что срочное дело. Это что, музей? А кто-то забыл поздороваться. Ой, здрасте, Виктор Михайлович и Маргарита Винни-Винни. Ой, мам, я забыла. Вениаминовна. Вениаминовна, ну можно просто Рита. А тебя как зовут? Василиса. Да, ты Василиса прекрасная. Да. А почему ты решила, что здесь музей? А я была в музее с мамой. Там тоже красиво. И висят картины, как у вас. Все ты знаешь. Мама мои рисунки тоже на стену вешает. А еще на холодильник. А мне ты нарисуешь рисунок? Я тоже повешу на холодильник, как и мама. Запросто. Только для этого нужны карандаши и бумага. Ну, я думаю, что найдутся. Нам нужно поискать. Пойдем? А мама с Виктором Михайловичем как раз делами займутся. Да? Хорошо. Пойдем. Пойдем, Лиза, в кабинет. Карандаши. Сюда. И где же у нас есть карандаши? Прошу. Вот это письмо, которое я получил от Тани, вашей мамы.
26 лет тому назад. Странно. Здесь совсем другой почерк. Это не она писала. Хотя листок из того же блокнота. Я даже не сомневаюсь, что за всем этим стояла моя мама. Но ее уже не спросишь. Она 9 лет назад как умерла. Соболезную. Ну а как вы жили эти 25 лет? По-разному. После 9 класса я поступила в кулинарное училище. Вот теперь я повар ведомственной столовой. Там же я познакомилась с Пашей. Это мой муж. Он приходил обедать. Я совсем не знала реальной жизни. Мне хотелось семейного тепла. Паша показался добрым, надежным. Через месяц мы поженились. Что-то не так? Нет. Все хорошо. Ну, тогда пойдемте пить чай. Да? Ну что ж, ваше предложение действительно очень заманчиво. И что вы скажете? Решения такого рода сходу не принимаются. Дайте пару дней, Бронислав Аркадьевич. Конечно, Виктор Михайлович. Буду с нетерпением ждать вашего звонка. Да. До свидания. Всего хорошего. Ну, что скажете, Андрей? Уж очень мягко стелен, господин Спицын. Ну да, да. Слушайте, соберите ко мне информацию по этому господину Спицыну. Все. Понял, это все? Нет, у меня к вам личная просьба. Тут такое дело. У меня в юности был пылкий роман, в результате которого, как оказалось, у меня появилась дочь. Но я и понятия не имел. Это точно ваша дочь, вы уверены? 99% по результату теста на отцовство. Я прошу вас заняться оформлением всех необходимых документов по официальному признанию Лизы моей дочерью. Хорошо, сделаю. Да, еще. Мы с Итой решили, ну, до завершения всей этой процедуры, никому ничего не рассказывать. Эта новость особенно может не понравиться вашему брату. Ничего, и живет. Но и это еще не все. Нужно прояснить ситуацию с одним мутным кредитом на имя Павла Николаевича Калинина. Где вы это взяли? А я это сама приготовила. Не стоило. В доме и так полно сладостей. Ну, какая красотища. Балуешься нас, Лиза. Мы с Ритой скоро в двери не войдем. Да ладно. Вам это точно не грозит. Так, ты до сих пор выкаешь? Вон, Василиса Прекрасна давно уже перешла на ты. Как-то я еще не привыкла. Еще не поняла, что у меня есть отец и Рита. Такие удивительные люди. Вот открою свою кондитерскую, будете ко мне завтракать приходить. Это что, мечтаешь о кондитерской? Угу. Еще с училища. Даже знаю, какая она будет. Небольшая, очень уютная. Рано или поздно я это точно сделаю. Вот увидите. Увидишь. Ну что, будет тебе кондитерская? Я совсем не это имела в виду. Нет-нет, ты давай увольняйся из своей столовой, ну и потихоньку подыскивай место под кондитерскую. Да, и еще. А когда мы будем знакомиться с зятем? Это сложно. Паша работает посменно, потом отдыхает. В общем, тяжелая работа. Да. Да, не умеешь ты врать.
Лиза, это прекрасно. Я все о вас знаю. Ну, или, по крайней мере, почти все. Квартиру у вас никто не отберет. Я уже выплатил за нее деньги. Нет, можно было бы побороться с этой мутной кредитной компанией в суде. Но за ней стоят реальные бандиты. Я не хочу, чтобы вам с Василисой угрожала хотя бы малейшая опасность. А по поводу аварии, я думаю, что Павел должен сам рассчитаться. И еще. Во время нашей прошлой встречи мы с Витой заметили на твоем лице синяк. Откуда он? Может, разводись? Или ты до сих пор любишь его? Нет. Ну и хорошо. Значит, разводом займется мой адвокат. Просто это неправильно, разводиться. У Паши много проблем. Получается, я его бросаю в беде. Идеалистка ты. Павел, он взрослый мальчик. Пусть научится отвечать за свои поступки. Мы сделаем так. Мы оставляем вашу квартиру ему полностью. Пусть сам разбирается со своей жизнью. Ну, а вы будете жить здесь. Ура! 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 Мы будем здесь! Что это за баловство? Это Витя и Рита подарили. Спасибо. Так что давай, езжай за документами и, ну, и вещами. А мы с Василисой будем тебя ждать здесь. Ну и пока подготовим комнату. Так сразу и... Мам, ты, главное, Тинтюшку не забудь. Я хочу его покатать на велике. Поехали. Поехали. Хорошо. Аккуратно. Да, и вот что. С тобой поедет Кирилл, это мой начальник охраны. Ну, чтобы там не было никаких проблем. Возьми самые необходимые вещи, лишнее не бери. А все нужные мы тебе купим. У вас начинается новая жизнь. У нас у всех начинается новая жизнь. Спасибо. Да не за что. Происходит. Куда это ты собралась? Васька где? Паш, я ухожу. Василиса будет жить со мной. Ты никуда ты не уходишь. Паш. Я сказал, ты никуда не уходишь. Паша. Остынь, парень! О, здрасте. Здрасте. Ах ты ж дрянь. Мало того, что Ваську против меня настроила, так ты еще и хахаля сюда притащила. Паша, успокойся! Паша! Угомонись, чучело! И оставь Лизу в покое! Понял? Ух ты! Ну что, девчонки, вам нравится? Очень даже нравится! А через месяц-полтора растут гиацинты, и комната таким прекрасным ароматом наполнится. Я просто обожаю эти цветы. Рита сама разводит. Даже вывела один новый сорт. Да. Рит. Папа. Спасибо. Я еще знаю, что хочу тебе предложить? Давай завтра рванем по магазину. Заодно еще в салон красоты зайдем. Давай, да. Ведем красоту с тобой. Да? Все будет хорошо. Правда. Спасибо. Пожалуйста.
Спасибо, Андрей. Теперь Лиза и по документам моя дочь. Елизавета Викторовна. Собираюсь представить ее всем в день рождения Риты. Да, кстати, мы вас с Леной тоже ждем. Спасибо. Ну, что там у нас по Спицыну? Есть какие-то подводные течения? Водоворот, причем криминальный. Господину Спицыну нужен легальный бизнес с безупречной репутацией, ну, чтобы подписывать нужные контракты, а параллельно отмывать грязные деньги. Да. Я что-то такое предполагал. Попрошу секретаря позвонить и передать отказ от его заманчивого предложения. Да-да. Здравствуйте. Ты звал меня? Да, Лиз, познакомься, это Андрей Владимирович Кузовлев, наш адвокат. Он будет заниматься твоим разводом, ну и вообще представлять твои интересы. Очень приятно. Пойдемте, Лиз, не будем мешать вашему отцу. Хорошо. Не мешать отцу. Слушаю. Нет, ну надо же. Это с какого перепугу она разводиться решила? У нас проблемы. Она что, в кусты? Ваши общие проблемы решены. Как указано в документе, кредит на грузовой фургон погашен. А с остальными косяками справляйтесь сами. Нет, ну, спасибо, конечно. Но так не пойдет. Я должен поговорить со своей женой. Где она? Куда дочку спрятала? Я не уполномочен обсуждать с вами этот вопрос. Значит так. Развод я не дам. До тех пор, пока Лиску не увижу, ничего не подпишу. Это ваше право. Но я советую вам подумать. Советует он. Советчик грёбаный. Водя, слушай, выручай. Мне нужно проследить вон за той машиной. Ну и следи, а я тут при чем? Да ты пойми, Лиска от меня сбежала и дочку с собой забрала. Там в машине хахаль ее. Я хочу знать, где Васютка. Давай.